Добрый вечер. Ну что, мы начинаем наш ошеломительный концерт. Знаете, у меня была когда-то замечательная история. Мне было 18 лет. Мне было 18 лет, когда-то у меня есть паспорт. И я спускалась вниз в метро аэропорт. Это такая глубокая станция, старая. А навстречу мне полз человек, в общем, со следами прочитанных книжек на лице, но в говно. Он прямо полз, а я шла и на него смотрела. Вот, я часто понимаю, что я перед ним виновата. И я на него смотрела так брезгливо, и он сказал, ну а чего, у каждого свой Эверест. Вот, собственно говоря, я сегодня достигла Эвереста. Я выступаю с замечательными музыкантами «Бомж Трио». Но согласитесь, знаете, трех таких красивых мужчин, когда у нас война недавно закончилась, знаете, тоже это не получится. Словом, мы начинаем нашу программу. Я, наверное, почитаю просто что-то из своей жизни. Потом выйдут бомжи, потом у нас будет перерыв. Потом опять выйду я, и потом опять выйдут бомжи, а потом мы все закончим в канаве. Если вы согласны с этой ошеломительной повесткой дня, то я тогда начну, да. Да, вы хлопаете громче, значит, что у нас запрещено? Запрещено говорить, что я говно, запрещено говорить, что я плохой литератор, можно только восхищаться, а запрещено кидать в меня какими-то помидорами и так далее, вам их все равно не подадут, с собой тоже запрещено проносить. Ну, собственно говоря, с этой ошеломительной повестки дня мы и начинаем. Я одну историю расскажу, которую меня попросил рассказать Нэш. Но поскольку они здесь присутствуют, дело в том, что в этой истории один раз присутствует грузин. Он просто присутствует один раз одной строкой. Но Нэш считает, что это история про грузина, и просят ее все время читать. Поэтому я начну, но учитывая, что сегодня все-таки я выполняю некий соцзаказ, и по мне лучше вообще бы не читать. Но дело не в этом. От чего началась эта история? История эта началась, когда я села в такси, такая веселая и пьяная, ну вот типа отсюда, в 2 часа ночи. И в такси сидел молодой водитель, у него была вот такая борода, тут у него были девайсы, тут он сидел в шортах, и он был зашибись какой. И мы едем, и я такая пьяненькая, курить можно, и все хорошо. И вдруг он ко мне повернулся и говорит, а при Сталине-то хорошо жили? И, честно говоря, я совершенно охуела. И говорю, сынок, а ты застал? Он говорит, ну он же у богатых отбирал и бедным отдавал. И я говорю, это же не Робин Гуд, это совершенно другой персонаж. И поэтому родилась эта история, я просто хотела рассказать тем, ну, про Сталина это была какая-то отдельная история, а он еще меня, я его переагитировала, он меня спросил, что мне надо почитать, Елена Максовна, на вы. Я хотела, конечно, сказать, начинать надо с азбуки, но велела перечитать «Архипелаг ГУЛАГ». Больше я его у нас в такси не видела, но я подумала о том, что сейчас действительно есть молодые ребята, они очень романтизируют совок, и им все нравится. И они говорят, что тогда было охуенно, они никогда тогда не жили. Ну и Нэш меня попросил, потому что он не романтизирует совок. Ну, собственно говоря, и дальше. В 90-м году судьба меня... Мы слышим, да? В 90-м году судьба занесла меня в командировку в город Челябинск. Командировка была на один день, и мне надо было только забрать документы. Тогда не было мобильных телефонов, интернета и Booking.com, а был девайс набрать Челябинск по справке. Я эту справку набирала несколько дней. Но, в общем, в этот день мне повезло, и через 3 дня нелюбезный голос прорычал «Челябинск, справка». Я ответила звонким пионерским голосом. «Здравствуйте, а какая у вас самая лучшая гостиница?»
Ответ был следующий. Я не знаю, я по гостиницам не хожу. И бросает трубку. Я опять трачу 3 часа, и уже наученная горьким опытом прошу телефон гостиницы «Интурист». И каким-то немыслимым образом я заказываю номер и начинаю доставать билеты. Для этого тоже надо было 3 девайса. 2 девайса – шоколадка и 5 рублей сверху. Я с этим, в общем, тоже справилась, и окрыленная обрушившимся на меня успехом собралась в путь. Действовала я обстоятельно. Компания наша была иностранная, от которой я работала. И я заготовила себе письмо, в котором собственноручно подписала, что я являюсь пиздец каким иностранцем. И даже поставила на него печать, которую я для этого вырезала в соседней подворотне. Дальше я задумалась о трансфере. Говорила мне мама «учись», я ее не слушала. В тот момент у меня был роман с одним музыкантом из города Свердловска. Решив, что Челябинск – это пригород Свердловска, Google Maps тогда не работали в полном объеме, я набрала своего приятеля и назначила ему свидание. Договаривалась я долго, слышно было ничего, но, как говорила моя бабушка, кто хочет, тот услышит. Дальше, в общем, особо приключений не было. У всех была бабушка, я слышу. Я села в самолет в аэропорту Домодедово, и мы взлетели. Полет был странен. На борту не было ни одного трезвого, а у туалета стоял пограничник с огромной овчаркой без намордника. Надо ли говорить, что туалет был идеально чистым, и, несмотря на турбулентность, команда «не ссать» выполнялась безукоризненно. Даже никто не хотел курить, кроме меня. У меня была бутылка коньяка и даже стакан, который мне выделила бортпроводница, видимо, посчитав, что мне можно доверять. С собакой мы как-то нашли общий язык, а пограничника я приманила коньяком. Именно он, а пограничники обожают карты, рассказал мне, что между Челябинском и Свердловском расстояние 300 километров, и никакие крылья любви не заставят ни одного нормального человека меня там встречать. «Такси там тоже нет», – продолжил он повествование. «Но у него есть Шурин, который будет встречать их с условным Мухтаром на «Москвиче», и они меня могут добросить хотя бы куда-нибудь». В этот момент Мухтар стал блевать. Его подкосила турбулентность. Перспектива путешествовать на Шурине с блюющим Мухтаром меня ни разу не вштырила, но я покорилась судьбе. В общем, прилетаем. Ночь, абсолютно пьяный рейс, я сдала стакан стюардессе, и меня встречают. Вот она сила молодости и неработающей связи. Бабушка вот права была, девочки. Кому надо, тот услышит. Пограничник с продолжающим блевать Мухтаром посмотрели на меня с некоторым подобием уважения. Приятель был вооружен. Он сказал, что на Урале так принято. Мы ехали в город по какой-то страшной темной дороге без единого фонаря. Коньяк кончился. Я уже начала пугаться. Лобби гостиницы «Интурист» приветливо встретил нас с дракой одних родственников с другими. Дрались они в ресторане, где, собственно, отмечали свадьбу, но особо продвинутые конкистадоры уже выходили в лобби. Мы подошли к какой-то заспанной женщине, которую совершенно не трогало, что в пяти метрах от нее люди друг друга убивают. Бронь была. И тут она как-то разом проснулась, хмуро на меня посмотрела и говорит, кивая на моего спутника, а это еще кто? В Москве в этот момент уже отменили советскую власть и даже признали некоторые формы секса. Поэтому я подумала, что она, в общем, интересуется для себя. Оказалось, нет. Без штампа, говорит, не поселю. Приговор был окончательным и не подлежал обжалованию. За спиной жених сделал розочку из бутылки шампанского. Время заботиться о моей нравственности было выбрано с безукоризненным изяществом. Ну, в общем, мы тогда сняли 2 номера, второй тоже как-то нашелся. Оба были на 7-м этаже, лифт не работал. Света на лестнице тоже не было. В коридоре слабой ленинской лучиной тлел огонек столика дежурной по этажу. Это была такая бабка с внешностью вокзальной сифилитички, почему-то в халате и в папильотках. Смотрела она нас недобро. Она посмотрела на предъявленные ключи и хмуро сказала, только тихо, у вас там женщина спит. Первые несколько минут я не могла понять, кто где и с кем спит. Потом выяснил, что номера с подселением. Я никогда так быстро не спускалась в темноте с 7-го этажа. Я просто вытряхнула из-за стойки рецепционистку и стала орать матом, так что остановилась драка. Это было подобие Олимпийских игр, во время которых, в общем, не воевали. И обе стороны хотели заполучить меня в союзники. Апофеозом моей грозной обличительной речи была извлеченная мною бумага, где было написано, что я пиздец, какой иностранец. Надо отдать должное этой тетке, ни один мускул на ее лице не дрогнул. То ли она обкололась ботоксом, то ли метадоном. Она без интереса на меня посмотрела и сказала, женщина, сразу бы сказали, я-то думала, что вы иностранка, я-то думала, вы проститутка, вы же в шубе.
Вопрос, почему она меня как проститутку засунула в номер с подселением какой-то спавшей женщине, мучает меня до сих пор. Но мы приобрели статус и нам дали люкс. В общем, на том же 7-м этаже. Старая корга, предупрежденная о нашем новом статусе, встретила нас с подобием улыбки и даже продала нам извлеченные из недр ее халата шампанское и шоколадку. Такой, знаете, рум-сервис с элементами садомаза. Я долго думала о том, что было вне люксе. В люксе при включенном свете по полу разбегались тараканы. Белье было черным, сидячая ванна цвета асфальта. Кран не закрывался. Сливной бачок, в общем, тоже радовал звуками рухнувшего счастья. Полотенце одна штука валялась на полу. Я поняла, что одной бутылки будет мало, и снарядила охранительницу этого рая за добавкой. Каждые 5 минут звонил телефон, и автандил из соседнего номера, это про грузину история, предлагал чудеса. Наличие в моей комнате вооруженного мужчины придавало некоторую пикантность нашим отношениям. Я ему пыталась объяснить, что я теперь не проститутка, а иностранка. Но, видимо, первое слово дороже второго на Урале. Наконец пришла посланница ада с 2 бутылками и стала расхваливать автандила, сказал солидный человек. Выключить телефон не было возможности. Его провода уходили прямо в стену, то есть прямо к автандилу. Или напрямую прямо в ад, я не знаю. В этот момент мне позвонили из Москвы. Моя подруга и дочь моего босса, по указанию которого я, собственно, там оказалась, была очень обеспокоена. Во-первых, ресепшн отказывался соединять под предлогом «не беспокойте иностранца». Но она была находчивая и говорит: «мне очень надо, у меня бабушку убили». Сочтя эту причину убедительной, нас соединили. И самое главное, что мы все стали адаптироваться к этой, в общем, садомазо-вечеринке с элементами маскарада. Обратно я летела на военном самолете с пьяными пилотами за $50, но это совершенно другая история. Я люблю очень историю, как я выходила замуж. Вы даже не поверите, у меня есть муж, да, и да, он хороший человек, он к нам не ходит. Я его сегодня пригласила, даже бесплатно хотела провести, но он сказал, у меня дома и так концерты, мне достаточно. Но, вероятно, у него какие-то другие планы. Сейчас я знаю, концерт Стас Михайлова идет по телевизору. Да, и только здесь довольно серьезные люди обосновались. Но вот когда-то я выходила замуж, прямо в белом платье и без фаты. Свадьба была в Праге. Ее организовывал наш хороший товарищ, сотрудник международных правоохранительных органов. Свадьба была камерная, человек 10. К алтарю, точнее, к нашему консулу, меня вела бывшая жена моего мужа. Она сегодня не приехала, не знаю, что там с ней случилось. Тоже Лена. Мой муж освоил науку, как жениться, не сходя с дивана и не путаясь в именах. Жениха к алтарю вел его старый друг, любимым выражением которого было «молчи, дура, блядь». Он был тщательно проинструктирован, что когда консул спросит, согласна ли я выйти замуж, эту фразу говорить не надо. Консул женил нас, как читал приговор, вот с таким же абсолютно выражением лица. И при словах «именем Российской Федерации» я вздрогнула и встала. Приятель из органов встал у двери, ну просто по привычке. И консул спросил. И фраза про дуру, хоть и не была произнесена, но повисла в воздухе, и все стали переглядываться. Консул шуток не любил. Он прямо посмотрел и поинтересовался. Тут по принуждению никто не находится. И немедленно нас поженил, даже не дослушав ответа. В общем, чтобы долго не рассказывать, как я была счастлива, я в некотором роде была невестой в центре внимания, сразу перейду к первой брачной ночи, которую мы провели со свидетелем со стороны жениха в баре отеля. Говорили о настоящем. Топер сбежал от нас, когда мы попросили сыграть Владимирский Централ 18 раз. Он утверждал, что в сети отелей Four Seasons это не совсем титульная музыка. Что утаивать правду? Из бара нас попросили. Надо было все-таки фату надеть. Тогда мы решили проведать новоиспеченного мужа, но забыли номер номера. Мы не стали искать простых решений, поэтому выяснили через Москву. Муж открыл дверь через цепочку и сказал только одно слово «заебали». Мы ему объяснили, что, собственно, в этом есть смысл первой брачной ночи. Тогда он вздрогнул и запустил нас обратно и достал виски. Собственно, история не об этом. Пользуясь терминологией первой брачной ночи, это прелюдия. Рассказ совершенно о другом. И вот наступило утро следующего дня. Я люблю этот термин, женщины знают этот термин. Утро следующего дня, это прекрасно. Нас ждал сюрприз. Я вижу много пострадавших.
нас ждал сюрприз. Кто-то из друзей решил нашу и без того сверхинтеллектуальную программу разнообразить экскурсии по городу. И чтобы у нас было все самое лучшее, пригласили экскурсовода, прелестную женщину-шестидесятницу, которая замечательно говорила по-русски. Она была слегка удивлена, увидев вместо жадных до впечатлений туристов мрачных людей, всех как один в темных очках, в феврале месяце, которые категорически отказывались выходить из автобуса. Но она приняла условия, перевела нашу экскурсию в ранг автобусной и с упоением рассказывала о Праге. И вот мы подъехали к какому-то постаменту. И она говорит: а вы знаете, а вот здесь стоял ваш танк Т-34. Он стоял как символ освобождения Чехословакии от фашистов. Вы, люди, я вижу, интеллигентные, и вы хорошо понимаете, в каких условиях тоталитаризма мы все жили. Об этом писал Милан Кундера, вы наверняка читали: невыносимая легкость бытия, необыкновенная легкость бытия, вальс на прощании. И вот вы знаете, однажды Прага проснулась, у вас началась перестройка, и мы проснулись и увидели, что памятник покрашен в розовый цвет. Это сделали молодые реформаторы. То есть собрался потом парламент и решили: мы не будем наказывать молодых реформаторов, потому что розовый цвет, вы знаете, это цвет надежды, счастья и того, что оковы тоталитаризма, конечно, спали. Танк в результате перекрасили обратно, потом снова перекрасили в розовый, те самые депутаты, а потом он куда-то делся, я не знаю, наверное, в каком-то музее. И в этот момент у моего новоиспеченного мужа начинается форменная истерика. Он хохотал и не мог остановиться, как будто он турист-неофит в Амстердаме. Я попросила, чтобы нас остановили, и я подумала, что это запоздалая реакция на изменение маритального статуса. Но мы как-то его привели в порядок, и вот что выяснилось. За день до свадьбы он с нашим другом из серьезных сфер поехали за какими-то нехитрыми свадебными принадлежностями. Ну, типа там надо тоже... У нас у могил все бьют, а у них там сверху, где красиво, и где панорама и так далее. Да. Как не слышно? И они поехали за какой-то, в общем, хуйней, чтобы ее купить. Нет, вы просто услышали знакомые слова, извините. Давайте учить другие. И как мы помним, что друг – сотрудник международных органов. И он тоже по-своему любил свой город. И провел экскурсию по своим канонам. «Видишь, – говорит особняк, – начал он, – цыганский барон, наркотики, живой товар 7 миллионов крон. Сейчас в розыске. А этого вашего замминистра 15 миллионов в разработке. А этот 5 миллионов – сын одного деятеля. Допрашиваем». И вот так они ехали по Праге, он комментировал различные строения, которые встречались на пути, и вот рассказывал, владелец в розыске, посадили, на этого команды нет и так далее, и так далее. А вот тут он приостановился, уже знакомого постамента, стоял наш танк Т-34. Так вот какие-то пидорасы повадились его в розовый цвет красить. У меня друг-олигарх его выкупил, к себе на участок поставил. И каждый раз 9 мая он его заводит и башни крутит. Соседи прячутся, а я снаряд подношу, чтобы суки помнили, кто их спас. Я никогда не могла предположить, что биполярность мира я познаю практически на собственной свадьбе в самом центре Праги. Повыше, пониже. Это другая ролевая игра. Я сегодня играю в артистку. Повыше, пониже. Я обожаю все. Я не молодая уже, я такое не могу. Что давать? Да, тут с нашими товарищами случилась совершенно ужасающая история. Да, хорошо, я ее прочитаю. Итак, мы ответственны за тех, кого не послали нахуй сразу, говаривал мой коллега. Мне лично кажется, что эта фраза заменяет собой множество научных дисциплин. Все тренинги личностного роста и множество лекций, где сначала идет цифра, а-ля 7 ступенек к успеху и 5 шагов к оргазму. Подтверждение этой великой фразы я нахожу примерно каждый час. Так вот, мой хороший приятель, полуночник, средних лет, бездетный и холостой мужчина, зачекинился на днях с бутылкой водки и каким-то интересным фильмом. Словом, ему было хорошо и покойно. Эта настоящая мужская истома была прервана звонком в 4 утра. Видимо, ему как-то было так благостно, что он взял трубку, даже не подозревая о последствиях.
Человек под хмельком – это очень легкая нажива для бесцеремонных людей, шарлатанов и предложений почистить карму. Звонила его совершенно неблизкая знакомая из далекого города. Просьба была пара пустяков. Забрать ее маленького сына с междугороднего автобуса, который прибудет в 5 утра уж не знаю куда. А дальше за ним приедут. Мой подвыпивший товарищ так опешил, что заказал такси и поплелся на остановку автобуса. Встретил ребенка, отвез к себе и стал названивать маме с целью отчета и в ожидании хотя бы спасибо. Приготовил ужин, так как водка и закуска совершенно не годилась для 8-летнего мальчика. Дозвониться смог только в 10 утра. За ребенком никто не приехал, но поступила новая просьба – отвезти его в Домодедово и посадить на самолет, который следует к маме прямо в объятия. Друга моего спасла только водка. Он накатил еще, позвонил двум адвокатам, здесь присутствующим, которые изучили пакет документов, который имел при себе мальчик. Он опять налил и двинулся в сторону Домодедова. Бог хранит пьяных. Товарищ мой заручился помощью двух адвокатов и с точки зрения документов был безукоризненен. Но случилось то, что бывает в плохих комедиях. В рюкзаке у парнишки жила огромная живая улитка, некормленная с вечера и злая как черт. Службы аэропорта смотрели на нашего героя с подозрением. И его полное удивление наличием улитки было таким неподдельным, что они заинтересовались, кем он вообще приходится юному натуралисту. И возник еще один вопрос. Пускать или не пускать улитку в самолет? Улитка была представлена. Звали ее как-то Автандил Константинович, но как-то совершенно ужасающе. Но от этого даже испугалась таможенная служба и ветконтроль. Поскольку никаких правил по провозу улитки, да еще голодной и злой, никто никогда не формулировал, то ее как-то пропустили. Мой приятель поехал отчитываться о подвиге. Ему опять никто не ответил. Он выпил еще, протрезвел и рассказал эту историю мне. Мне кажется, что лично его надо канонизировать. К телефону он теперь не подходит без предварительной смс-ки. Мальчик и Автандил Константинович не пострадали. Ну, вы знаете уже, что у меня есть такая история, это называется литература, и она о штампах в русской литературе, о которой все тут, я вижу, все взрослые люди, все писали вот эту вот хуйню, «Путь искания Андрея Болконского», «Луч света в темном царстве», там, «Татьяна» — это самая главная хуйня в нашей жизни, и так далее, и так далее, и так далее. И мне всегда, я была дочкой писателя, и я всегда хотела писать как бы от себя, но это нельзя было. Надо писать, вот она луч света, и все. И тогда, поскольку у моих приятельниц стали подрастать дети, а дети вообще уже не хотели читать, я сама перечитала «Горе от ума», не поняла ни одного слова. И объективности ради очень хорошо понимаю, как молодые ребята, которые все с айфонами, там, андроидами и это, должны слушать вот всякую околесицу. И ко мне пришел сын моей приятельницы, она попросила с ним поговорить, ему было 15 лет. Он ко мне пришел, и он сказал, я не буду читать «Горе от ума», я не буду читать Евгения Онегина. И я говорю, Кость, ну это просто надо прочитать, просто ну, сделай над собой усилие, прочти это. Он говорит, я не понимаю, я даже не понимаю, о чем там речь. Но она ему какую-то смс-ку написала, ну что-то сказала, он там что-то не понял. Что, из-за чего делать конфликт? Я говорю, Кость, ты просто прочти и запомни. Это надо. Он говорит, я не понимаю. Я говорю, давай начнем от личности поэта. Вот смотри, например, Пушкин очень любил женщин. Пишет, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Посвящено Анне Петровне Керн. И при этом в письмах Вяземскому пишет «Вчера Божьей милостью уёб Керн». Вот какая история. В 9 утра, он говорит, я пошел читать. В 9 утра мне звонок из школы. Лен, привет, это Костя. Я говорю, что-то с мамой, что-то случилось. Он говорит, Лен, я с ребятами посовещался, все рассказал, кто кого уёб, объясни мне еще раз. И я поняла, они Евгения Онегина, наверное, прочтут. Вот, собственно говоря, и после этого у меня родилась такая рубрика «Литература». Ее поставил наш друг на свой портал Мэйды, и она там живет, развивается своей жизнью, и все это любят. Ну вот сейчас бы я, перед тем, как объявить наших замечательных, настоящих рок-звезд и красивых мужчин, я бы вам хотела прочитать историю про «Горе от ума». Вот представьте, утро следующего дня. Каждой женщине, в общем, этот термин знаком.
Вы провели ночь, слушая музыку с любимым человеком, в коридоре верная служанка, которая, в общем, охраняет ваши музыкальные пристрастия от отца, который, в свою очередь, строит недвусмысленные пропозиции этой самой служанки. Таким образом, вместе с папой вы повязаны духом романтики и вседозволенности. Папа сталкивается с вашим музыкальным обожением, черта, как все отцы, не втыкает. Вечером назначена веселая туса. Немного омрачает то, что легкомысленный папа уже вам выбрал мужа, такого полкаша с регалиями и баблом. Но папу же можно переубедить. Ваши мысли плавны. Они вальсируют между музыкальными моментами предыдущей ночи и вопросом, во что облачиться вечером. Словом, пастораль минус некие огрехи бытия, которые скорее придают вкус и заставляют сильнее биться сердце. И тут, как принято в романтизме, все меняется. Появляется ваш бывший, непонятно где болтавшийся года три. Со всеми этими ты помнишь. И со всеми претензиями, которые прямо пропорциональны обстоятельствам его вины перед вами. Его настолько удивляет ваш холодный прием, что он на несколько минут даже становится нормальным человеком. Но это только на несколько минут. Конечно, Чацкий был первым панком. И если рассматривать его именно с этой точки зрения, то он совершенно безупречен и по форме, и по содержанию. Такой Джонни Роттен в стадии, когда занедужил его драгдилер. И эту свою досаду на драгдилера он экстраполирует на каждого, кто ему встретится по дороге. В общем, его все раздражают. Иногда встретиться с молодостью, конечно, приятно, особенно с бывшим. Но встреча должна быть запланирована, подготовлена, и она не должна внезапно образоваться на пороге. Но в те времена не было коммуникаций, и все герои становились заложниками встречи одноклассников для сильно суженного круга, без возможности забанить и не отвечать. Весь второй акт, собственно, проходит по нарастающей абстинентного синдрома. Он весь растащен на цитаты, но если посмотреть с позиции сегодняшнего дня, то высказанные Фамусом тезисы о мироустройстве вполне реальны. А ответы, которые цитируются с таким шиком и полностью вытащены из контекста, отчитывают по часам отсутствие драгдилера. А вашим дочерям нужен такой жених? Который, вот вы прям представьте, как он после 3 лет отсутствия окажется у вас на кухне, и вся риторика про благородство свободного человека и трепетные идеалы сразу же померкнет. Останется только одно желание, чтобы его никогда не было, и неважно каким способом. А милый, вежливый клерк с 3 гвоздичками из семьи инженеров, который до этого сидел на вашей табуретке, покажется в общем мессией. В общем, прекрасно презирать век покорности и страха, достойно не прислуживаться и еще более привлекательно служить делом и не лицам. Вопрос, какому делу? Международному панк-движению? А чем он вообще был так сильно занят и где он болтался, в какой загранице? Все ответы очень расплывчаты, с намеком на думство, тайные общества декабристы и так далее. Если Анна Каренина мечтала хотя бы о бескомпромиссной любви, то панк Чацкий вообще ни о чем не мечтает, но кроме, конечно, скорейшего выздоровления поставщика. Лозунг «пиздеть, а не мешки ворочать» он возводит в абсолют и в этом, безусловно, не имеет, в общем, даже близко стоящих противников. Сцена бала совпадает с пиком абстинентного синдрома. Устроить бардак в чужом доме, куда его никто не звал, и из вежливости не могут выгнать – это наше все. Это, в общем, по-панковски. Сид Вишус просто нервно курит в углу. А наш герой никак не может понять, почему Софья отвергает прелестную роль Нэнси Спанжен, которую он для нее уготовил. Ведь она же увлекательная. Надо отдать должное Софье, она хорошо воспитана и не глупа. Она делает все, что возможно в предлагаемых обстоятельствах. То есть объявляет его сумасшедшим. То есть говорит почти правду, утаивая запрещенные препараты. Кроме того, она знает принцип романтизма. Закончится день, закончится вся эта хуйня. Еще раз, прежде чем меня осуждать за эти строки, задайте себе вопрос. Кончен бал, погасли свечи. Дело движется к финалу. Вступает автор. Ему симпатично панк-движение и вольтерианство. Сам он под тяжелым давлением матери, в общем, пошел по дипломатической линии. Ах, Анна Федоровна, интересно, о чем вы думали на могиле сына? Может, лучше бы был богемой? Автор помогает. Связь Молчалина со служанкой, сосланной впоследствии ходить за птицей, то есть не поротой, не лишенной еды и крова, а просто выбранной из дома за блядство в страшный век крепостничества. Конечно, так себе поступок. Но даже если бы Молчалин покрыл весь персонал скотного двора, включая и сам скот, Чацкий от этого не становится более привлекательным объектом. В конечном счете, так ли это важно, с кем и где-то провела эту ночь моя сладкая Энн? Пришел панк и все испортил. А Чацкий, получив СМС от дилера, бросаясь обвинениями, покидает дом и требует карету. Поехал бы на метро или пошел бы за каретой сам, если ты такой вольный.
Я думаю, что на этом я объявляю наших розыгрыш звезд. Бомж-трио. Мне кажется, вот после Чацкого, сомнительных препаратов и так далее, ребята... Нет, не надо сидеть, надо встать и идти.